До окончания регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги остается совсем немного времени. В календаре московского «Динамо» значится всего 3 матча, а дальше главная часть сезона – розыгрыш Кубка Гагарина. Кто бы что ни говорил, а поднять над головой этот кубок мечтают абсолютно все, а особенно те, кто уже это делал. Перед «Динамо» стоит задача в третий раз написать свое имя на главном трофее нашего хоккея. В заключительной фазе подготовки к решающим матчам на тренировочной базе в Новогорске динамовцы провели двухсторонний матч. Синие вырвали победу у белых за 8 секунд до окончания основного времени игры со счетом 3-2. Сергей Орешкин к этой встрече привлек целый ряд игроков из молодежной и высшей хоккейных лиг. Молодых посмотрели и так поработали чуть по заданию. Ну, есть, как всегда, есть шероховатости, ошибки. Работать. Также главный тренер нашей команды отметил, что для него нет принципиальной разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф. Мы конкретно готовимся на каждую игру, к каждому сопернику. Каждый соперник, он здесь. Понятно, что у НХЛ нету слабых, сильных. Все равны. Все хотят биться, хотят жить, хотят выигрывать. Поэтому ждем всех болельщиков московского «Динамо» 14 февраля в ВТБ Ледовом дворце. Игра против хабаровского «Амура» начнется в 19:30.